Это чудесное хосто называется Orange Marmelade. Высота ее около 40 сантиметров, ширина до 100. То есть это хосто среднего размера. А куст ее обычной формы, фонтанообразный. Хоста обладает всеми замечательными характеристиками. Она очень яркая, очень красивая, контрастная. У нее теплый, насыщенный желтый центр, даже с оттенками оранжеватого. Поэтому, наверное, такое название Orange Marmelade. А краешек он немного зеленоватый, даже скорее могу сказать синий. Вот. И вот это сочетание желтого с синим очень красивое. Синий край, он достаточно толстый, широкий, чтобы можно было хорошо им насладиться. Сами листья плотные, немного сжатые. Они совсем, ну, не подходят для того, чтобы их слизни могли кушать, поэтому это очень устойчивая хоста. Единственный один небольшой минус, она не очень быстро разрастается, немного медленно, но она стоит того, чтобы ее подождать, потому что она очень и очень красивая. Я считаю, что ее можно сажать и в полутень, и на солнце.